После гибели рабочего от страшных ожогов Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело. Напомню, в поселке Разбегаево загорелся цех на предприятии, где производят битум и химию для автомобилей. Возгорание началось на одном из агрегатов конвейера. Один из сотрудников получил ожоги 80% тела. Пожар потушили сами рабочие. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности». Следователи выясняют, кто отвечал за эту самую безопасность на предприятии, а также устанавливают причины возгорания.